Неожиданно резкие изменения ценовой динамики товарного рынка могут повлиять на валютный курс пары доллар США – южноафриканский ранд. Дэви Рот, Efficient Group. Как может отреагировать пара на решение по размеру процентной ставки? Ну, конечно же, все зависит от того, каким будет решение резервного банка. В том случае, если размер процентной ставки будет повышен, то южноафриканский ранд продолжит и дальше укреплять свою позицию. Однако я не думаю, что они это сделают. Скорее всего, что размер процентной ставки останется неизменным. Каким образом горнодобывающая промышленность может повлиять на курс пары доллар-южноафриканский ранд в среднесрочной перспективе? Я думаю, что в настоящее время рынок игнорирует такие факторы, как данные по горнодобывающей промышленности, данные по росту экономики Южной Африки, а также это касается ценовой динамики международного товарного рынка в целом. Поэтому я не думаю, что данные по горнодобывающей промышленности могут оказать очень сильное влияние на обменный курс пары доллар-ранд. Однако, что касается такого фактора, как ценовая динамика товарного рынка, скорее всего, что эти данные окажут свое влияние на обменный курс этой пары в среднесрочной перспективе. По вашему мнению, какие индикаторы могут повлиять на курс этой пары в долгосрочной перспективе? Но, во-первых, стоит отметить, что на сегодняшний день южноафриканский ранд чрезмерно недооценен. И вполне возможно, в дальнейшем мы увидим продолжение восходящего тренда, который не обязательно будет обусловлен положительными данными, а в большей степени тем, что в последнее время реакция рынка была чрезмерно острой. Второй важный фактор – это уровень инфляции. Повышение уровня инфляции будет оказывать негативное влияние на обменный курс пары доллар-ранд. И третий фактор – это размер процентной ставки. Это касается как процентной ставки Резервного банка Южной Африки, так и процентные ставки ФРС США. И в зависимости от того, какими могут быть решения этих центральных банков, мы можем увидеть как положительные, так и негативные последствия для обменного курса этой пары. Мы признательны Дэви за его валютный прогноз для пары доллар-южноафриканский ранд. Продолжайте оставаться с Дукас КПТВ. У нас много интересного для вас. До свидания.